Мерам государственной поддержки семей с детьми сегодня была посвящена межведомственная горячая линия. В приеме президента России в Чувашии на вопросы жителей республики отвечали руководители Пенсионного фонда, Минтруда, Минздрава и Фонда социального страхования. Здравствуйте, горячая линия. Какой у вас вопрос? У нас вопрос по поводу материнского капитала. Ребенок у меня родился в декабре 2019 года. Материнский капитал положен нам? Законодательство, которое предусматривает выдачу материнского капитала на первого ребенка, здесь однозначно распространяется эта норма на рожденных детей 1 января и позднее. 2020 года. Ну, мы вам рекомендуем родить второго, и сразу вы получите материнский капитал в размере 616 617 рублей. Новый закон, подписанный Владимиром Путиным, расширяет программу материнского капитала. Право на его получение теперь есть у семей, в которых рождаются и усыновляются первые дети. Уже начали подавать заявления те граждане, у которых, в семьях которых родились дети первые после 1 января текущего года. Ну, по вторым детям у нас сертификаты, которые были выделены. Сейчас мы пересматриваем в целом сам размер. Много вопросов было и по детским пособиям. С этого года их пакет дополнен. Люди интересуются, на кого распространяются выплаты. Я по поводу внучки, ей 2,5 года. Ежемесячное пособие 167 рублей. Семья малообеспеченная. Индексация ожидается. Сейчас уже заложены деньги в законе о республиканском бюджете. Но индексация будет не настолько большая сумма. Это 9,3% к той сумме, которая вот существует сейчас. Вы можете, если очень трудная жизненная ситуация, написать заявление в отдел соцзащиты об оказании материальной поддержки. Специалисты пояснили, что с этого года планируется ввести ежемесячную выплату в размере 5 500 рублей на детей от 3 до 7 лет. Получить ее смогут малообеспеченные семьи. Наиль Абдухалилович вас беспокоит из города Канаш. Меня интересует вопрос, существует ли возможность получения пособий на карту банковскую, которая мне зарплата начисляется? Пособия какие? Ну, которые по времени трудоспособности, по болезням. Управляющая региональным отделением Фонда социального страхования Галина Николаева заверила, если на работе оформлена зарплатная карта, то проблем быть не должно. Все выплаты можно будет увидеть в личном кабинете на портале госуслуг. Я бы вам рекомендовала с июля 2020 года, в соответствии с постановлением правительства, все переходят на национальную платежную систему. Поэтому в настоящее время мы на карту МИР перечисляем все пособия, связанные с материнством. А по времени трудоспособности, после окончания вашего, скажем, сегодня срока действия обычной карты, вам банки будут предлагать оформлять уже карту МИР. Всего за 2 часа на горячую линию поступило 26 вопросов пенсионной и социальной тематики. Лидия Галактионова, Екатерина Янгалакова, Вести Чувашия.